По предварительным данным, сегодня в 7 часов 35 минут по улице Островского со стороны улицы Колхозной в направлении Невского двигался автомобиль «Шкода» под управлением 48-летнего водителя, который при проезде нерегулируемого пешеходного перехода около дома 40 совершил наезд на 57-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Уважаемые водители, госавтоинспекция призывает вас быть внимательными к пешеходам, участникам дорожного движения, особенно на пешеходных переходах и в темное время суток. При приближении к пешеходным переходам снижайте скорость. Госавтоинспекция напоминает о том, что на пешеходном переходе, прежде чем переходить дорогу, следует убедиться, что водители во всех рядах вас заметили, а главное, остановились.